Центр открылся в июле и за это время успел принять 800 юных спортсменов из 20 регионов страны. База в Сочи – некий аналог «Орленка», только для спортсменов. Здесь готовят детей в возрасте от 10 до 16 лет. Это потенциальный олимпийский резерв в зимних видах спорта. Но в скором времени планируется построить площадки и для летних дисциплин. Все создано, работает, функционирует. Где-то 200 детей мы принимаем. И сейчас уже на сегодняшний день 800 детей здесь прошли оздоровление. 4 смены. Здесь они, все группы, здесь они оздоравливаются, здесь они проходят обучение, образование. С 1 сентября мы подписали с Александром Николаевичем здесь образовательную школу с ними. И они непрерывные процессы, ребята. С 10-летнего возраста до 14-летнего возраста. Кроме тренировок, в центре идет и общеобразовательная программа. Сейчас спортивно-оздоровительный комплекс работает на базе малой ледовой арены «Шайба» и тренировочной площадки по хоккею. Владимир Путин, Виталий Мутко и Александр Ткачев пообщались с юными спортсменами, которые приехали на нынешнюю смену. Губернатор Краснодарского края рассказал президенту, что в будущем недалеко отсюда в Олимпийском парке построят школу. Также у спортивно-оздоровительного центра появится собственный пляж.